Именно в таких спортзалах закаляется настоящая сталь. В очередной раз юные воспитанники спортивного клуба «Аркада» вернулись с соревнований с наградами. В этот раз это был республиканский турнир по вольной борьбе «Каспий Опен». Проходили соревнования в Каспийске на площадке «Анжи-Арены», где собрались команды со всей республики. Борцы принесли 3 золотые и 1 бронзовую медаль. По словам тренера Ямлихана Магомедова, подобные турниры, проводимые в республике, позволяют набраться опыта и мотивации для дальнейших выступлений на всероссийском уровне. Ну, турнир один из таких для ребят, где они растут именно в высоту. Им необходимо в этом возрасте бороться на таких турнирах, чтобы достичь каких-то, ну, для их возраста вершин каких-то. И поэтому это один из таких турниров, где они растут. Почаще нужно на такие турниры выводить в этом возрасте их. Это не первые соревнования наших чемпионов. Один из победителей минувшего турнира Хаджимурат Халидов имеет уже множество регалий и по другому виду спорта – смешанным единоборством. В этот раз он попробовал себя в вольной борьбе. У юного дарования великие планы на будущее. Занимаюсь спортом уже 2 года. Какие у тебя мечты и цели? Хочу сперва стать олимпийским чемпионом по вольной борьбе и потом перейти в UFC. Выражает благодарность тренер спортсменов Ямлихан Магомедов президенту клуба Запиру Исаеву, который оказывает спортсменам и тренерам команды всестороннюю помощь. Также хотел поблагодарить нашего президента клуба Запира Исаева, который помогает очень нам в многом, детишкам, спонсирует на соревнования, вывозит, помогает во всем. Главным тренером и основателем спортивного клуба «Аркада» является чемпион Европы по вольной борьбе, экс-чемпион лиги «Fight Nights» Шамиль Амиров. Обучаются в «Аркаде» ребята как вольной борьбе, так и смешанным единоборствам.